сегодня мы встречаем и принимаем у себя в городе Харькове гостей из Белоруссии, из Мозыря. Это школа, которая приехала к нам, учителя с детками. Решили показать наш город Харьков. Конечно же, привезти обязательно в экопарк Фельдмант, потому что они все-таки по интернету увидели, какие самые яркие достопримечательности и изюминки есть у нас в городе, на Харьковщине. Поэтому обязательно они сегодня, кроме экопарка Фельдмана, посещают еще и галерею АВЭК. Тур удался. Здесь у вас еще оздоровление, здесь у вас еще работа вот с детками с ограниченными возможностями. Это, конечно, ну, на мой взгляд, очень даже классно, здорово.